matters when the pain is all but gone. When you are finally awake, despite the overwhelming odds, tomorrow came. And when they see you crack a smile, and you decide to stay a while, you'll be ready now to laugh again. It's gonna throw you with distraction. It sounds so good, you can't resist the satisfaction. When it's all over, you'll be crying, I'll be laughing. Yeah, I got that gun, got that drop. Tick, 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 ticking down to a disaster. Your insecurity is all they're gunning after. This propaganda's so impossible to resist. Where ideology replaces being honest. Got that gun, got that truck, I got everything you want. Got that bomb, got that blood, I got everything you know. It's the American attraction. It's the American attraction. You think it's us, but it's the truth, is it's a strategy. American beauty twisted into a tragedy. Gun, got your drug. You got your bomb, got your blood. And now we've had enough. I got that gun, got that drug. I got everything you want. Got that bomb, got that blood. I got everything you know. It's the American attraction. It's the American attraction. We'll be right back.
Бум-бум. Скоро уже начинаем. Бум-бум. Скоро уже начинаем. Thank you.
Бонжорно. Сейчас я поднастрою. Все запущу. Так, где там это прогулино? Сейчас я попробую подкрутить, чтобы мне нормально было на ПК сразу. А то я играю все время на 3DS-ке. На мелком экранчике сижу, тут пырюсь, могу играть прямо на ПК. Так. Может, все-таки фуллскрин? Я попробую его подкрутить. Бонжорно. Сейчас я тебя ресайзить-то надо, что ты влез с каким-то, да? Секундочку. Примерно так, наверное, можно походить. Звук у вас есть. Просто я буду пялиться не в 3DS-ку. В этот раз. Так, камеру надо передвинуть, чтобы она не нарисовала, чтобы камера не прикрывалась игрой. Так, что мне тут обновить надо? Верты. Чат. Ну, вроде бы мы, считай, практически готовы начать. Бам-бам-бам-бам. Так, ладно, зарядку воткнем по необходимости. Ну и куда же мы пойдем, Луиджи? Мы продолжаем основной квест. Конечно, разрешение такое себе на 1920 на 1080. Ну, типа, это же играется на вот таком маленьком девайсе.
достаточно старым. Так, где там фонит? Я слышу свой голос. Good game, отпусти. Достаточно. Так. Ну, вроде не должно фонить больше. Мы вторую главу проходим. Да, мы ищем собаку-призрака, которая украла ключ. Ну, короче, вкратце, что он от нас хочет? Чтобы мы нашли собаку, которая ключ, а чтобы ее найти, нужно по спектральному ее следу идти при помощи нашего специального девайса. И тогда мы на нее наткнемся рано или поздно. Вот. Птички. Ну вот они, следы. Ничего себе, она по стене фигачит. О, там бегает. Ау, что это было? Сейчас она будет от нас убегать по всей карте, да? Он его съела. Собаки-призраки не могут есть ключи, а потом проходить сквозь стены с ключом деревянным в животе. Он должен был вывалиться. CSI. Колючки есть. Бабосы. Игра про профессионального уборщика Луиджи. Он мастерски работает пылесосом. Сосет неплохо, короче, он. Что вам сказать? Как бы это стрёмно не звучало. Так, он прошел сквозь стену. Пауки — это стрёмная тема. Боюсь я пауков вкратце. Конечно, я могу не умереть при виде паука, но я предпочитаю не встречаться с ним. Так, ищем спектральный след. Он должен быть в этой комнате, в теории. Хорошо, мне сейчас сильный как это называется у них, Dark Light девайс. Потому что можно долго светить без остановки. Меньше возиться. Так, а вот тут привидение на полу лежит, да? Смотрите. Я забываю как. Вс,
закрыла жопу, потому что сейчас мы его запустим. Вот эта дверь, она не открывается, это фейковая дверь, которая... Вау, я думал, это сердечко. Фейковая дверь, которая тебя фигачит. Кажется, я перестал следить, куда собака идет. Давайте поищем. Она же где-то здесь, наверное. Или она все-таки во двор пошла? Давайте еще раз посмотрим. Собакин, ты где? Надо попробовать найти место, куда она прошла. Сюда? Ага, вот она. Сейчас тут призраки будут. Чё, будем плевать? У нас тут есть возможность поливать вообще. Потому что первый раз, когда сюда пришел, здесь не было поливки. Вообще. Где должно ведро стоять? В теории. Ну, потому что из этих кустов можно там папки полутать или еще что-нибудь полезное. Ага. Это новые привидения, которые... которых нужно высвечивать. Прежде чем можно ловить. Да собак. Они когда толпами, они еще пугают тебя. И мешаются таким образом. Ты начинаешь ловить, он тебя пугает. Ничего, мы сейчас поймаем этих собак. Минус один. А еще видно по разводам на полу, где они ходят. Минус два. Вот он крадется. Запылесосили. С этим кустом что-то не так или нет? Потому что я с ним ничего еще... О, можно ведро найти. Ну, давайте польем, раз нашли ведро. И тут что-то, да?
Может, тебя можно пробить? Нет, не можно. Что с этой плитой не так? Или она не двигается? Ладно. Чтобы вскрыть цветок, нужно его вспышкой фигануть. Вот, у меня еще 3 драгоценных камня в этом не найдены. Напылесосились. Собака-то умеет, можно мягкий. Ага. Да. В каждом уровне по одному призраку есть. Если мы его засосем, то это будет последний призрак в этой главе, и мы сможем попасть в какой-то бонус левел, я так понимаю. Попался. В первой главе я все еще не нашел там призраков на момент ее окончания. Наверное, мы будем их искать. Собакин. Мы по всей карте будем носиться, как обычно. За этой собачкой. Стену прошла. Не вижу никаких следов собак. Косточка — это полезная вещь, если меня вдруг загасит, то она меня воскресит. А если я не использую ее, то мне дадут бабки. Раз. Логика такая. Крыса вонючая. Так, сейчас мы вернемся обратно, посмотрим, куда она зашла. Ага, она наверх. Здесь мне нужно зайти и залезть по лиане наверх. Тут уже все же у меня сделано в этой комнате. Угу. Какое-то привидение с метлой. А, нет, это не привидение с метлой. Это крыска с драгоценным камнем, который я уже тоже поймал. Благополучно. Тут ее можно было подстрелить. Вот она тебе дает драгоценный камень. Хотя я совершенно не имею понятия, где остальные драгоценные камни сейчас лежат. Да ладно. Мне в нее стрелять? Сейчас я рассосу вот эту штуку, я не помню, делаю это или нет. Но, судя по всему, мне это ничего не дало. Отлично, она по потолку бегает. Она ушла наверх. Ладно.
О. За летучей мыши я его не поймал, сраный. Которая мне все два раза испортила ситуацию. За это летучей мыши куча денег должна быть. Ну не куча, но сколько-то. Кажется, это не ее я поймал. Ну, доллар. Грязная бумажка, иди ко мне. Где-то здесь собака. Похоже, нам придется полетать сейчас. Пусти, пидор. Так вот, не посмотришь, что происходит. Так, он пошел туда, но я вот что-то не помню здесь. Пузырей, что мы посмотрим. Да, помню пузырей. Я не могу сюда залезть. Ощущение, что нет. Попробовать стоило. Опа. Простеньких мы засосали. Теперь нам нужно уклоняться от этого чмыря. Готов. Ну, сейчас мы идем сюда, а кажется, что собака там наверх лезла, скорее всего, что-нибудь такое. Толчки она развлекается, короче. Секундочку. А вот эти лианы. Я же не пробовал их тянуть. А я могу?
Так, я три вытянул, еще где есть? Непонятно, что дает вытягивание тех миан. Ладно. Кто опять этот паук, как обычно? Здесь всегда респаунится. И непонятно, наверное, в этом есть какой-то смысл. Сейчас он всегда появляется. Хороший песик, иди ко мне. Сука. Плохой песик. Где-то я могу посмотреть, какие у меня драгоценные камни тут есть. Ощущение, что не могу. Возможно, здесь есть комбинация нажатия. Потому что это очень подозрительно выглядит. Давайте переберем комбинацию. Первая. Вторая. Так. Когда мы эту первую выбираем, мы все перебрали. Давайте попробуем эту. Нет. 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 Что все комбинации перемру? Селфи тоже не помогло. Просто очень подозрительное место. Засосано. Кровать она. О, в этот раз тут бабосики посыпались. В прошлый раз кровать отодвинула. Отодвигались. Воу-воу-воу-воу-воу!
всех сдать и собаку. Секунду, а тут что? Я не помню эту комнату. А, нет, ну я здесь был, видимо. Странно. Ну ладно. Но я не хотел подбирать ключ, потому что вдруг на этом миссия закончится. Что, пойдем вскрывать? Ну, звонит мне опять этот пес. Да, да, да. И чё, весь уровень? Ну вообще забавно. Но это было понятно, что мы не откроем каких-то сейчас новых локаций, потому что у нас все уже оббегано. У меня все максимум на 2 звезды. Наверное, до 3 звезд можно как минимум получать. Может даже 5, я не знаю. Я не пытался спидранить тут. Я просто делал то, что хотел, пытался найти как можно больше всего. Теперь у нас там собачка будет. Собачка не вылезла. Ну ладно. Ну, короче, он удивляется, что она сбежала. И хочет что-то там усилить из-за этого. Ну, сейчас он его пофиксит. Короче, он сейчас найдет, где именно находится. А, ну понятно, босс файт. У нас, смотрите, все привидения найдены, все уровни пройдены, хотя бы на одну звезду, но, видимо, это бронза, это серебро и есть еще золото, наверное. Но не суть. Ну да, Луиджи вообще не хочет эту работу делать. Короче, на самый верх идем. Бла-бла-бла. Короче, там босс. Он говорит другими словами. У меня сынком назвал. Я тебе в рот ссал. Сын. Ну я его унижаю в ответ.
То он слишком часто меня сынком называет. Удобно, мы сразу к выходу. К боссу. Телепортировались. Давай, Луиджи, вставляй. Ага. Всю грязную работу мне делать. Длинная лестница с привидением. А это вот типа босс привидения. Сейчас тут, да, будет. На каждом лестничном пролете нужно один выбирать правильно. Видите? Ну, через что, наверное, в самое начало скатываться. Да. Спектральные мыши теперь бегают. Вот центральный попробуй. Да, видите, самое начало. Я его я даже в него не нацелился. Но все равно как-то я его смог сфотографировать. Да, это долгий подъем будет. Хотя, может быть, нам нужно наш девайс попробовать использовать, чтобы посмотреть, может, здесь это видно как иллюзия. Давайте попробуем. Не, не видно ничего. Правильно. Пойдем налево. Правильно. Пойдем направо. Неправильно. Жесть. Хотя бы огни тут зажигаются, понимаешь, куда идти потом. Я не ожидал, что две подряд будут лестницы. Ну, в принципе, это просто время какое-то занимает. Но это все не страшно, не сложно или еще что-то. Я хотел проверить, что будет, если Луиджи перестанет бежать. Мне почему-то казалось, что музыка подходит к его передвижению. Бля, какая-то длинная хрень. Капец. Мы еще половину пролетели. Луиджи не очень быстро бегает. К сожалению. Давайте попробуем еще раз. Смотрите, работает. Еще раз. Еще раз работает. Еще раз. Не работает. Ну, там, видимо, будет повторение дальше. Потому что если тут какая-то комбинация непонятная, то это очень долго подниматься.
Мы попробуем сейчас три справа после тех трех слева. А ведь когда мы это закончим, там еще и босс будет какой-то. Это аж 4 слева было. Ах ты скотина, но зато смотрите, новое привидение. Не зеленый. Засосан. Дофига их можно засосать, похоже. Мы, для информации, мы играем с оригинального железа. Nintendo, New Nintendo 3DS XL, Metroid какой-то там Edition. Он у меня модифицированный так, что я могу выводить изображение на экран компьютера. Чем я сейчас и пользуюсь, то есть я не смотрю на экран консоли, а смотрю на экран компа. Вот, большой. Так для глаз как-то попроще. Вот, но по сути это с оригинального железа все работает. Никаких там эмуляторов, ничего. Лестница длинная. Пойдемте сюда. Да ебаный шашлык, а? Сколько раз мне на эту лестницу еще подниматься? Тут есть какая-то фишечка, как понимать, какая лестница. Мне почему-то кажется, что нет. Надо буду мне руки расположить как-нибудь. Пойдем по средней. Так, угадали. Пойдем еще по средней. Да. Контрольный левел какой-то. Было бы еще удобнее, если бы у меня контроллер был для 3DS. Но такое тоже без какой-то модификации специально невозможно. Если я правильно понимаю. Мне в первую очередь нужно же стримить с нее. То, что я хотел, и в первую очередь и сделал. Но контроллер это уже вторично. Есть еще способ стриминга с 3DS при помощи Bluetooth. Нет, я точно не помню, но, по-моему, там через Wi-Fi можно стримить. Но это только 3DS игры, типа DS игры, например, нельзя стримить. И это нужно хакать ее, если я правильно понимаю, что мне делать не очень хотелось. Да банная хуйня, блять, сколько можно? Thank you.
это же чистой воды троллинг. Даже не, нет тут какой-то сложности или еще чего-то. Это угадываешь. Если не угадал, просто забираешься еще раз на лестницу. А лестница достаточно длинная. В обычных играх Луиджи как-то побыстрее бегает. Я тут придумал, короче, штукенцию. Давайте посреднюю опять. О, красный придумал штукенцию. Раньше у меня была идея, типа, стримить... серию игр полностью или что-то такое, типа... Вот как я Uncharted проходил с 1 по 4. Замучился проходить, короче. Вот. И после этого я понял, что стримить серию игр — это стрёмно, короче. Тебя через какое-то время начинает подташнивать от происходящего, потому что все одно и то же происходит. Может быть, со старыми играми это, конечно, не совсем так, но хочется какого-то разнообразия. Я подумал, что можно... ну, раз одну коллекцию я не могу стримить, то я могу сразу много коллекций стримить и чередовать их. И получится, что меня не будет начинать тошнить от происходящего. И мы сможем пройти кучу интересных игр. Например, как я себе представляю, я сделаю некий ивент. Назову его какой-нибудь франчайз мани или что-нибудь такое. Вот. И возьму из каждой серии игр по игре. Пройду их за какой-то период времени. Ну, в смысле, это, скорее всего, будет не за один присед. Потому что некоторые игры долго проходятся, как там, например, Legend of Zelda. Ну, вообще, мне кажется, они все медленно проходятся. Первый еще относительно быстро, но в целом медленно. Ну вот, то есть я подумал, какие есть серии игр. Сейчас припомню. Есть серия игр Контра, я, то есть, возьму первый Контр. Есть серия игр Данки Конг, я возьму первую игру Данки Конг. С Дэнди есть там такая не очень трудная игра для прохождения. Возьму из Мегамена первую игру, возьму из Метроида ремейк первой игры. Потому что оригинальный Метроид, по-моему, так себе. Управление там какое-то стрёмное. А вот Метроид на GBA, Metroid Zero Mission, это типа ремейк оригинальной игры. И можно сразу в него поиграть. Вот, потом... Ну, Зельда первая, которую никогда не проходил. Какие там еще Кирби на геймбое первую. Или... Да, я помню, ремейков не было никаких. Ремейк... Первый Fire Emblem. Вот здесь по центральной нужно понять. Нет, сука, тролли. Ну, я ожидал, что последняя должна быть центральная. Мне кажется, Nintendo часто так делает. Ну что, должно быть как-то красиво, а тут отличается логика. Собака.
Ау. Надеюсь, мы со второго раза угадаем. Еще я не помню, включил ли я там еще какие-то игры в эту серию или нет. Наверное, я вспомнил большинство. Вот, получается, у нас там будут в большинстве своем платформеры, будет Run and Gun, будет пошаговая стратегия. А, Castlevania еще не сказал, вот. Первый Castlevania мы пройдем. Потом... Какие жанры? Ну, там платформеры в основном получается, как ни крути. Потому что я больше по платформерам, чем по другим играм. Давайте попробуем вот здесь, вот сюда. Да. Сейчас там будет какая-то комната с боссом, да? Теперь для того, чтобы сделать этот ивент, я создал таблички со всеми играми серии и смотрел, что из них оставлять, а что нет, потому что там от игр часто ремейки есть. И мне не хотелось, типа, одну игру слишком много раз проходить. И я убрал старые серии игр, оставил их ремейки. Вот. Это актуально для Кирби, Метроидов. Что, босс лестницы? Серьезно? Или это не босс? Что понять? Ага, понял. Это выглядит чуть попроще, чем с пауком. По крайней мере, пока что. С пауком надо было думать. Бля, не та кнопка. Не успел. Дерьмо. Единственное, что я вот Castlevania не чистил. Потому что мне кажется, что Castlevania мне очень нравится. Как игра. Может быть, мы там будем проходить ремейки в том числе. Ну, вообще, там, знаете, ремейки выглядят как вообще отдельные игры, часто. Может, за исключением там каких-нибудь Dracula X, Rondo of Blood, которые... Но это вообще босс очень простой, потому что он не переворачивается, ну не поворачивается быстро, ты можешь вокруг него носиться простецки, что задом он тебя не бьет. Его три удара, скорее всего.
засосом. Ну это что-то легко было. Кто в домике живет? Домик-то можно открыть? Танец Луиджи. Забавно. Золото? Огонь. Ну, потому что мы на боссе не сильно потратились, видимо. Запылесосили нахер. Короче, чувак попкорн ел, пока мы с боссом фигачились. Отлично, мы сможем дополнительную миссию пройти. За счет того, что мы привидение все поймали. А еще стоит рассказать, что я играю на оригинальном железе практически всегда. И получается, все игры вот этих серий игр будут играться на разных, часто разных консолях. Ну, правда, из первого такого события большинство из них на NES, но не все. Там есть и Game Boy, и DS, и SNES, по-моему, даже, а может и нет. Не помню точно. Ну, три консоли точно там есть. Появился третий дом. Мы сначала пройдем Hostile Intrusion, или как-то так называется. Посмотрим, что это за бонус левел. Окей. Посмотрим, что они там придумали для нас. Бонусный уровень. А время еще. Yeah.
Ничего себе. Сюда можно свалиться, мол. Блин, я отпустил кнопку засасывания из-за этого. Мне придется заново сосать его. Ну или не заново, но... Ладно. Так, где-то тут был... Второй призрак. Так, на втором этаже здесь же. Нео! Вылезай, Луиджи! Мы ему зад слепили. Так, нам нужно на четвертый этаж. Это там, где... Как это называется-то? Ну, короче, пианино. Орган. Изи. Да, теперь. Надо спускаться на первый этаж. Могу здесь прыгнуть? Тут три комнаты. Привидений не должно. Фигачь.
Сразу троих. И вот в этой комнатке. Ну, в общем, мы уже засасывали здесь чувака. Ну, видимо, это, короче, специальная миссия на скорость. И это на 3 звезды, да я же вообще плохо играл. Забавно, забавно. Мы прошли 2 мира. За сегодня чего? Мы только 3 уровня прошли. А еще час. Как быстро 2 часа пролетело. Офигеть. Ну посмотрим, что дальше будет. До следующего бонуса нам еще деньги тут собирать и собирать. Часовая башня. Это тоже сливание какое-то. Говорят, часы крутые там делали раньше. Ну, конечно, на вершине башни. Вот could possibly go wrong. Вообще эту фразу нельзя говорить. Когда такое говорят, что за пизде идет. В играх. И в фильмах тоже. Чхуй.
нажал крест. Дракон? А, нет, это такой же босс. Мухи вонючие. Везде эти мухи. Они еще и в земле ныкаются, а? Но это было слишком легко. А тут драгоценный камень будет. Нет, тут золото будет. Что еще интересного тут можно найти? Видите стрелочку? Ну только непонятно, может она показывала, вот типа иди туда просто. Мы уже сходили туда. Больше стрелы я не вижу. Я не вижу, чтобы что-то открывалось. На пол шестого давайте проверить. А, вон, наверное, написано. Тут подсказка. Куда нам идти? Что за хрень? Это бомба. Фью. Аллах Акбар. И взорвалась. Так, муха, пора с тобой покончить. Thank you.
CSI. Проверяем все. Что он делает? Хрень пытается достать. Видимо, сюда мы можем выйти с другой стороны. Может быть, я что-то с бомбой мог сделать. Если я паутинку стяну отсюда. Ничего. Ну ладно, пойдем в дверь. Беги со всех ног. Опять что-то не знаю. Шарапали. Тут сейчас завалено. Видимо, все-таки там с бомбочкой. Какой? Ну, я так думаю. Золотая хрень. Мне кажется, я понял. Тут что-то нужно нажать, чтобы эту хрень. Развернуть. Ага. Типа в каждой из них что-то интересное. Занятно. Давайте разворачиваем. Красную мы еще не разворачиваем. Ага, паука развернули. Ага, нашли привидение. Он еще на бинарном языке говорит. Кто там сопит? Ключей не нашли.
Да, мы не могли идти. Не, нафиг понять. Новые призраки враги. Сейчас мы чекнем вот это место. Полный дом. О, косточка. Видимо, это с той стороны открывается. Окей, ну блокируем, путь один. Я их взорвал. И I do it. Это что? Что-то ничего не было. Ну ладно. Мы видим несколько бомб. Кажется, мы видим место, которое можно взорвать. Ну и что теперь? Это уже третий, где я два-то просрал? Скажите, пожалуйста. Ha ha ha.
Hello. Ciao. Привет. Что происходит? Все, набавилось. Сейчас. Три семь ноль там написано. Мне как будто надо назад возвращаться. О, там желтый тот. Сейчас он его скинет вниз. Не показался я там рвется на камень? Кажется, да. Спон медленнее бегает. Собака. Он натравливает на меня бомбу. Вот ебать. Чё это бомбанул-то? Как тебя достать?
Влезай, ёбик. А, пылесосить ему. Изи. Давайте паутинку уберем. Куда мне столько хп-то? Я мог бы и быстрее, наверное, ловить, если бы мог вовремя реагировать на то, в каком месте они находятся. Типа потому что, когда я их ловлю, мне нужно нажимать кнопку в противоположную сторону, чтобы накапливалась полоска. А они же вокруг меня прячут все время. Прошарим тут. Ну ладно, крути. Ну сиди там, хер собачий. Опять трое. Удобно. Специальный компас получили мы. Некоторые люди говорят компас. Это жесть. Хотя я не уверен, как правильно. Айди.
Немка. Тут 5 уровней должно быть. И босс. Как в предыдущих двух главах. Да это крепится куда-то, скорее. Давай в волт зайдем. Чего не зайти? Это типа босс. Собачка к нам не попалась, видимо, мы еще с ней побегаем. О, не разряжается. Мой стул постоянно звуки такие издает. Воткнуто. Ну, вот у нас тут 3 камня, тут 2 камня. Тут очень не хватает. Тут еще практически 8000 нужно. Я не знаю, что это нам откроет, если честно. Ну, наверное, на этом мы закончим сегодня. Всем спасибо, что пришли. Завтра мы продолжим. Я думаю, что проходить эту замечательную игру будем пылесосить все, что нам под руку попадется, и фотографировать. Вот. Нам осталось, я так понимаю, половина игры. Если не находить все подряд, все, что можно. Наверное, да. Так что давайте. Всем спасибо, увидимся завтра. Thanks everybody for watching. See you tomorrow. We'll continue playing this wonderful game. Good night. Thank you for watching. Пока. Всем пока.